Здрасте. Мы сегодня здесь для того, чтобы влюбиться. Причем все и в одного и того же человека. Имя его на афише и в ваших программках. Я очень надеюсь, что оно останется и в ваших сердцах. Любовь должна быть счастливой. Это право любви. Любовь должна быть красивой. Это мудрость любви. Где ты видел такую любовь? А? На эстраде, где бритый тенор, прижимая к манишке перчатку, взбивает сладкие сливки из любви, соловья и луны. В лирических строчках поэтов, где любовь рифмуется с кровью и почти всегда голодна. К ногам прекрасной любви кладу этот жалкий венок из полыни, которая сорвана мной в ее опустелых садах. А. Так вот, вместо привычной экскурсии по музею мы предлагаем вашему вниманию музыкальное обозрение о человеке, имя которого носит наш музей. Что делать? Ищем нетрадиционные способы привлечь посетителей. Знаете, музей наш этажом ниже, но там у нас очень тесно, поэтому мы собрали вас здесь, на крыше. Ну и тут же, помимо всего прочего, ближе к звездам. Папа! Да. Да. Так нельзя? Люди шли на праздник, а пришли на потоп. Какое удовольствие на это все смотреть. Пап, нет, ну ты сам посуди просто. Олег. Бунт на корабле. Ну так иди сделай что-нибудь. Что я сделаю? Я не знаю, что... Слушай, мне... что я ему скажу? Это твой отец. Все, молчи. Дамы и господа, мы приносим вам свои извинения. У нас сегодня крыша прохудилась. Ты что, думаешь, это прям протечка? Да, Олег, это прям протечка. В нашем историческом здании ни с того ни с сего произошла протечка. Папа! Да. Здравствуйте. Владимир Петрович, вы не переживайте. Что? Рано или поздно протечка случается у каждого. Не понял. Ну, к крыше едет, я хотел. Вот, я же говорю. Вот. Все, пошли, пошли. Важно одно. Скорее. В жизни нашего музея черная полоса. Скоро начнется белая. Дамы и господа, и вот тогда... мы действительно не можем сегодня продолжать наш спектакль. Пройдите, пожалуйста, в кассу. Вам там вернут деньги, наверное. Господи, как мне все это надоело. Это твой музей, это твой Саша Черный. Да какая вообще польза от частного музея? Мы по уши в долгах. Мы в отпуск 3 года не ездили. Папа! Неудобно. Я тебе скажу, что неудобно. Неудобно, знаешь что? На раздобленной тачке ездить, неудобно на еде экономить. И все во имя чего? Ради чего? Саша Черный кому вообще интересен, а? Вот мне интересно, кому Саша, он интересен? Саша Черный интересен всем. Особенно тем, кто ничего еще о нем не знает. А как узнает, непременно сразу полюбит. Ну, я умоляю этого совета. Нет. Прекрати истерику, давай начинай. Нам очень нужны эти деньги. Я прошу тебя, я тебя умоляю. Ну, дочек. Что мне с этим? Я подумаю, ладно? Это в последний раз. Больше на меня не рассчитывай. И на него, кстати, тоже. Хорошо. Последний. Пошли. Дамы и господа, мы приносим вам свои извинения за небольшую заминку. Добрый вечер, леди и джентльмены. Уважаемая публика, вы первые, кто увидит наше сегодняшнее
представление. Первое и последнее. Ба-ба-ду-ба, ба-ба-ду-ба. Ба-ба-ду-ба, ба-ба-ду-ба. Где влюбленных нынче встретишь? В казино, степясь друг с другом. Пары вьются, как моторы, равнодушно мертвым сугам. А на пляже те же пары, загорев, как голенище, распасав тела у Будда, переваривают пищу. Но сегодня, наконец-то, на моей скамейке синий я приметил сквозь кустарник бога юного с богиней. Он был в трусиках лиловый, а она в трико морковном. Метров на ста был пронизан воздух шепотом любовным. Шея к шее, сердце к сердцу, под сосной склонились рыжей. Под смолистыми стволами подобрался я поближе. Подобрался и расслышал, где страсть все огневою, оба пламенно шептались над таблицей биржевою. Скрылись в чаще, мрачно сел я на пустынную скамейку. Петушок соседней фермы из-за камня поднял шейку, покосился на газету, на последнюю страницу. Может быть, сейчас он клювом в биржевую ткнет таблицу. Но петух меня утешил, звонко пянул голос зычный. Пять потлатых кур сбежали на султанский зов привычный. Двум он курам дал по шее, двум скормил мое крошки и ушел в кусты за пятой, томно вскидывая ножки. Я подумал с облегчением, есть любовь еще на свете. И зевнув, разрезал дыню на развернутой газете. Зной оранжевою дымкой острова вдали туманил, и внизу какой-то олух Сеньку Разин накарланил. Стоп, ребят, ну рано еще хулиганить. Хотя я думаю, что это вполне в стиле нашего автора, бы он наверняка одобрил. Но нам как-то надо сначала подготовить публику. Да-да, да. Пап, да. Саша, черный звучит невесело. Да, но черный не всегда означает мрачный. Черная полоса, черный день, черный гроб, черный хлеб, черный жук. Но сегодня утром мы встали, выпили черный кофе. По чистой случайности не закусили бутербродом с черной икрой и возмечтали о путешествии на Черное море. Да, облачившись в новое маленькое черное платье. Да, подъехав на большом черном Мерседесе, оттуда черные глаза. Фу, нет, нет, нет. Вот я вспоминаю. Нет, стоп, это не годится. Ребята, какие-нибудь варианты есть у вас? Пожалуйста. Нет, это не то. Нет. Еще что-нибудь, пожалуйста. Еще. Твоя любимая! Очень прекрасные, очень жгучие и прекрасные. Третья попытка и последняя, пожалуйста. Олег. Нет, стоп. Вот. Малевич, черный квадрат. Как символ и как декорация нашего сегодняшнего ревю, сбор от которого пойдет на поддержку нашего музея. Да, на ремонт крыши. Мяу. Ну, пап. Давай, мяу. Давай. Мяу. Мяу. О, неплохо. Олежа. Я тоже? О, конечно, давай. Мяу. Мяу. Вот, хорошо.
Вчера мой кот взглянул на календарь и хвост трубою поднял моментально. Потом подрал на лестницу, как встарь, и завопил тепло и вакханально. Весенний брак, гражданский брак. Мяу. Спешите, кошки, мяу, мяу, на чердак. Мяу. Сияет солнышко, ей-богу, ничего. Весенняя лазурь спугнула дым и копоть. Мороз уже не щиплет никого, но многим нечего, как зимою, лопать. Деревья ждут, гниет вода, и пьяных больше, чем всегда. Весенний брак, гражданский брак. Спешите, кошки, на чердак. Вот опять открылось небо, голубое полотно. О, по небу голубому стосковались мы давно, и не меньше стосковались по ликующим словам, по свободным смелым жестам, по несбыточным мечтам. И вот порою, чтобы вспомнить, что мы еще живы, чужою игрою спешим угрюмое сердце отвлечь. Создатель мой, спасибо за весну. Я думал, что она не возвратится, но дай ждать лесную тишину. От злобы дня, холеры и столицы, весенний ветер за дверями. В кого влюбиться, черт возьми, весенний ветер за дверями. Кого влюбиться? Ай, черт возьми. В начале прошлого столетия эти стихи знали наизусть, как когда-то пушкинское «Я помню чудное мгновение». Это была такая своеобразная визитная карточка Саши Черного. Сашка Шлемазов! Шмаровоз! Так кто же он, этот поэт со странным, почти цыганским псевдонимом Саша Черный. Дорогая моя, послушай да меня внимательно. Я тебе 30 раз говорил, что я люблю есть свежую барабульку. Ну ты же всегда а не эту заскуделую прекрати рыбу твою, вот эту треску, все, я не люблю ее. Ах, Одесса, Одесса. Вы бы хотели родиться в Одессе? Каждый бы хотел родиться в Одессе, да. А вот ему свесло. Бабель и Катаев, Багрицкий и Ахматова. Ильф и Петров, но до этого там родился Александр Глинберг. Известный впоследствии как Саша Черный. И как Саша сам по себе. Мамочка была истерична и страстно не любила детей. Отец то и дело наказывал сына, выдумщика, фантазера. В детстве он был маленьким стриженным человечком. Глаза черносливками. Лицо, как у обиженной девочки. Школьный мундирчик, как на карлике морщится. В детстве его держали в черном-черном теле. Ой, у него не было детства. Да не было юности. Ни именин, ни дня рождения. Его никогда не радовали даже самым пустяшным подарком. Для него не наряжалась елка. Да, бедный-бедный мальчик. А он все время читает, читает, читает. И все не то. Книги! Книги пробудили мою фантазию. Она оказалась неуемной. Я мог легко представить себе бабочкой, залетевшей в комнату. Вот она бьется о стекло. Вот она рвется на волю. Вот она сложила крылышки, задумалась. Когда-то давным-давно, наверное, еще в прошлой жизни, я уже бывал скворцом, белкой или пчелой. А может, свиньей?
Надо же! Саша срезался на алгебре. Ну, с кем не бывает. С кем не бывает. Остался на второй год в пятом классе. Папаша рассвирепел. Решил проучить сына. Родители отказались от него. И он остался один. Один. В Питере. В Питере. Без гроша в без кармане. Без гроша в кармане. Клянь, шлях, 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 энгель. Дементмен, абиселе, глюкен, райден, гасихен, ирзетли, салай. Свинья. Хавроня Петровна, как ваше здоровье, одышка и малокровье? В самом деле, а вы бы побольше ели. Хрю-хрю, нет аппетита. Еле доела шестое корыто. Ведро помоев, решето шелухою, путь вареной картошки, миску окрошки, по сотне гнилых огурцов, остатки рубцов, горшок вчерашней каши и жбан простокваши. Бедняжка, ах, как вам должно быть тяжко. Обратитесь к доктору Вандерфлиту, что прописал вам капли для аппетиту. Но мир не без добрых людей. Совершенно случайно о судьбе Саши узнал крупный житомирский чиновник Константин Роше. Благотворитель, но... филантроп и, главное, поэт. Саша. Незадолго до этого у него умер горячо любимый сын. Нет-нет, ну, да. Тоже. Поэт. Убитый горем отец решил помочь Саше. Ты пей, пей. И забрал его к себе. Куда? Куда-куда? В Житомир. И устроил его в гимназию. Но главное, главное, открыл в Сашке поэтический талант. И сделал так, что о нем узнали? Ну, а как же? Да, вот такой поэт примчался к вам. Это ваш слуга покорный. Он зовется Сашей Черным. Почему? Не знаю сам. Голова моя темный фонарь с перебитыми стеклами, четырех сторон открытый враждебным ветрам. По ночам я шатаюсь с распутными пьяными феклами. По утрам я хожу к докторам. Тарарам! Я балдырь на сиденье прекрасной российской словесности. Разрази меня гром на 408 частей. Оголюсь и добьюсь скандалезно всемирной известности и усядусь, как нищий слепец, на распутье путей. Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется. У меня темперамент макаки и нервы, как сталь. Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется и вопит: не поэзия, шваль! Врешь, я прыщ на извечном сиденье поэзии. Глицевита багрова напевно коралловый прыщ. Прыщ головкой белее сказано жженой магнезии. И галантно, развязно, манерно изломанный хлыщ. Хлыщ. Ах, словесный тонкие, звонкие фокусы, фокусы. Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу. Кто не понял, невежда к нечистому, накося выкуси.
презираю толпу, попишу, 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 попишу. Попишу, попишу животом и ноздрёй, и ногами, и пятками, двухкопеечным мыслям придав сумасшедший размах. Зарифмую все это для стиля яичными спятками и пойду по панели, пойду на бесстыжих руках. Да уж. Я вам не мешаю? Нет? Нет. Сейчас увидим. Вот что я хотела сказать. Настоящие поэты, они все-таки должны писать про любовь, а не про всякую муру. Какая это вообще поэзия? Это же просто рифмованная проза жизни. Волдыри, Наташа, прыщи, смятки, пьяные фёклы. Хорошо, Олег. Хорошо, есть и про любовь. Да, папа. И Саша, наконец-то, как юный астроном, открывает для себя загадочную планету под названием «Женщина». Ну а что, пора. Конечно, пора. Дневники! Дневники. Саша. Уж такого непостоянства женского, как у нас в Житомире, и в Венеции не сыщешь. По всем бульварам, по всей реке, и хохлушки, и польки, и русские. Сегодня с батальонным адъютантом. Завтра. Ох, с семинаристом. Послезавтра. С ветеринарным студентом. В городской суматохе встретились двое. Надоели обои, неуклюжие споры с собою и бесплодные вздохи о том, что случилось когда-то. В час заката весной, в зеленеющем сквере, как безгрешные звери, забыв осторожность, тоску и потери, потянулись друг к другу легко, безотчетно и чисто. Неречисты были их взоры и кроткие, целомудренно чутко молчали, не веря и веря находки. Смотрели друг другу в глаза, друг на друга надели растоптанный старый венец и, не веря и веря, шептали: «Наконец!» Две недели тянулся роман. Конечно, они и целовались. Конечно, он, как болван, таскал ей какие-то книги пудами. Конечно, прекрасные миги казались годами, а старые скверные годы куда-то ушли. Потом она... укатила в деревню, в родительский дом. А он? В переулке своем на лето остался. Странички первого письма прочел он 30 раз. В них были целые тома нестройных жарких фраз. Что сладость лучшего вина, когда оно не здесь? Но он глотал. Глотал, пьянел до дна и отдавался весь. Низал в письме из разных мест алмазы нежных слов. И набросал в один присест 14 листов. Ее второе письмо. Оно было гораздо короче. И были в нем повторения. Стиль и вода. Но он читал. С трудом вспоминал ее очи. И себя утешая шептал: не беда, не беда. Послал ответ, в котором невольно и вольно причесал свои настроения и тонко подвил. Писал 2 часа. Да-да. И послал легко и довольно. На 2 страничках 3-го письма чужая женщина описывала вяло жару, купание, дождь, болезнь мама. И все это на «ты», как и сначала. В ее уме с досады усомнясь. Но в смутной жажде их осенней встречи он отвечал ей глухо и томясь. Скрывая злость и истину, калеча. 4-е письмо не приходило долго. Да? И, наконец, пришла с приветом. Карт поставь. Написанное лишь из чувства долга. Он не ответил. Кончено. Едва ли. Не любя, он очень волнуясь, в адресном столе томился много раз. Прибегал, невольно повинуясь, зову позабытых темно-серых глаз. Прибегал, чтоб снова суррогатом рая напоить тупую скуку, стыд и боль. Горечь лета кое-как прощая и опять входя в былую роль. День, когда ему на бланке написали, где она живет, был трудным, нудным днем.
чистил зубы, ногти, а в душе кричали любопытство, радость и глухой подъем. В семь он, задыхаясь, постучался в двери и вошел, шатаясь. Не любя и злясь. Но она стояла, прислонясь к портьере. И ждала неверия, звала смеясь. Через 5 минут. Безумно. Целовались. Снова засиял растоптанный венец. И глаза невольно закрывались, прочитав в других немое. Наконец! Директор! 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 Гликберг! Саша! Да? Ты что сидишь, сам по себе, что ли? Директор идет! Саша, к директору быстрее! Господи, что же он сидит? Гликберг! Тебе говорят, директор идет, ты что сидишь? Гликберг, что ты сидишь? Шутер! Гликберг! Гимназист Гликберг, пройдись, пожалуйста, к директору. К директору Гликберг. Вы только полюбуйтесь, что он пишет в своих дневниках. Хватив водки, в укромной беседке пожираю глазами польку Христину, которая принесла мне на подносе наливку, грибы, малину и сливки. Ее прекрасно преступные формы упираются в поднос и заставляют мое сердце биться. И робко, и мерзко. И представляете, это пишет мальчик-гимназист! Это еще сто! Меня, директора школы, он называет бритым, дряхленьким костеем. Гениально! О, браво, Стаса, браво! Как точно, как метко! Точно! Не в бровь, а в глаз! А я, по его мнению, вы знаете кто? Я длиннющая, как складная лестница! Какая наблюдательность, да? Какое, так сказать, образное мышление! Вот вы лучше послушайте, что как? Пишет молодой поэт. Директор гимназии ради парадной акадии парадная. На коленях дерза треуголку и фуражкой лысину скрыв, на кривой одноколке чуть жив, спускается в страхе с моста. Вот читайте. Спешит губернатора скромно поздравить с воскресением Христа. Тот-то будет выпито. Это же просто гениально, это классика. Новый Гоголь. Абсолютно верно, это новый Гоголь. Я по-другому не могу. Так! Гликберг! Родители! О! Гликберг, я тебе говорила, маленький, за сегодня! Рвет, сынок, побит за двойку с плюсом. Жена на лотерею взяла последний рубль. Супруг убитый лавочкой и флюсом. Подсчитывает месячную убыль. Кряхтят на счетах жалкие копейки. Покупка зонтика и дров пробила брешь. А розовый капот из бумазейки бросает под склонившуюся плешь. Над самой головой насвистывает чижик. Птичка божья не кушала с утра. На блюдце киснет одинокий рыжик. И водка выпита до капельки вчера. Чурка ставит под кровать кошке клизму. Мяу! На плаве счастья повод и кошка, мрачному предавшись пессимизму, трагичным голосом взволнована орёт. Безбровая сестра по блезлой коцовейке насилует простуженный рояль. А за стеной жиличка Белошвейка поет романс «Пойми мою печаль». Как мне понять столовой тараканы, оставя черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжатся чувственно стаканы, и сырость капает слезами с потолка. Ну что ж, так воздадим же ему по таланту полной мерой. Да-да-да, знаете что? Что? Отправим-ка его... Куда? В армию! Понюхает, почем фунт лиха. Помотает сопли на кулак. Так, вот что, Гликберг, ты у нас не медаль на шее.
Иди ты, знаешь, куда. Куда? Ва! Спасибо большое. Да, пожалуйста. Это было в провинции, в страшной глуши. Я имел для души дантистку, с телом белее звездки имела, а для тела модистку с удивительно нежной душой. 10 лет пролетело, теперь я большой. Так мне больно и стыдно, и жестоко обидно. Ах, зачем прозевала в дантистке прекрасное тело, а в модистке удивительно нежную душу? Так всегда. 10 лет надо скучно прожить, чтобы понять иногда, что водой можно жажду свою утолить, а прекрасные розы для носа. О, я продал бы книги свои и жилет. Весною они не нужны. И под свежим дыханием весны купил бы билет и поехал в провинцию, в страшную глушь. Но, увы, ехидный рассудок уверенно каркает. Чушь! Не спеши. У дантистки твоей, у модистки твоей нет ни тела уже, ни души. Так, Гликберг! Да. Ты что, сам по себе, что ли? Отбой был! Над крышей гудят провода телефона, довольно бессмысленный шум. Сегодня опять не пришла моя Донна, другой не завел я. Ворона, ворона, сижу, 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 сижу одинок и угрюм. А как соблазнительно в теплые лапки уткнуться губами дрожа и слушать, как шелково мягкие тряпки шуршат, словно листьев осенних охапки, под мягкою, под мягкою, под мягкою, под мягкою, под мягкою рысью ежа. Одна ли, другая, не все ли равно ли, в ладонях утонут зрачки. Нет Галли, ни Нелли, ни Миллиньоли, лишь теплые лапки и ласковость боли, и сердце, и сердце, и сердце, и сердце, и сердце глухие толчки. Жить на вершине голой, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Сжечь корабли и впереди, и сзади, лечь на кровать, не глядя ни на что. Уснуть без снов и любопытства ради, проснуться лет через 100. Пап, да. Можно задать себе один вопрос? Да. Скажи, пожалуйста, вот ты был влюблен так, чтобы, ну... А был? Что? Говори. Ну? Да. В общем... Ничего. Thank you.
Арон Фарфурник застукал наследницу дочку с голодранцем студентом Эпштейном. Они целовались? Под сливой. У старых качелей. Арон, выгоняя Эпштейна, помял ему страшно сорочку. Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном, где плавали красные рыбки. Несчастный капцан. Что было? Эпштейна чуть-чуть не сожрали собаки. Мадам исморкала от горя 4 платка. А бурный фарфурник разбил фамильный поднос. Наутро очнулся, разгладил бобровые баки, сел с женой на диван, втиснул руки в бока и позвал от слез опухшую дочку. Пилили, пилили, пилили. Но дочка стояла как идол, смотрела в окно и скрипела, как злой попугай. Я хочу за Эпштейна! Молчать! Хочу за Эпштейна! Фарфурник подумал, вздохнул, ни словом решения не выдал, послал куда-то прислугу, а сам... Как бугай! Уставился тяжко в ковер. Дочку заперли в спальне. Эпштейн – голодранец. Откликнулся быстро на зов. Пришел негодяй. Закурил и расселся, как дома. Мадам огорченно сморкается в пятый платок. О, сколько она наплела удручающих слов. Сибирщик, босяк, лопацон, свиная трахома, провокатор невиннейшей девушки, чистой как мать. Ша! Начал фарфурник. Скажите, могли бы ли вы купить моей дочке хоть зонтик на ваши несчастные средства? Галошу одну могли бы ли вы ей купить? Зажглись в глазах у Эпштейна зловещие львы. Купить бы купил, да никто не оставил наследства. Со стенки папаша фарфурника строго косится. Ага, молодой человек. Но я не нуждаюсь, пусть так. Кончайте ваш курс, положите диплом на столе и венчайтесь. Я тоже имею в груди не лягушку, а сердце. Пускай хоть за утку выходит, лишь был бы счастливый ваш брак. Но раньше диплома, пусть гром вас убьет, не встречайтесь. Иначе я вам сломаю все руки и ноги. Да-да, сказала мадам. В дворянской бане во вторник уже намекали довольно прозрачно про вас и про Розу. Что? Кто? Их счастье, что я из-за пара не видела, кто. Эпштейн поклялся, что будет жить как затворник. Учел про себя фарфурника злую угрозу. И вышел, взволнованным ухом ловя рыданье из спальни. Вечером, вечером сторож бил в колотушку, что есть силы. Как шакал Эпштейн бродил под окошком розы милой. Перестаньте скандалить! Стоп, не вечер! Песенка про любовь! Перевернутый ящик села худая, как спица. Дылда, девица Дылда. Рядом плечистый приказчик. Приказчик. Говорят, говорят, в глазах пламень и яд. Вот, вот она в него зонтик воткнет, а он ее схватит по тощую ногу. Заточую ногу, и придя окончательно в раж, забросит ее на гора. Ты,
забрось меня на гараж. Да, через дорогу. Слава Богу, все злые слова откипели, заструились тихие трели. Он ее взял, как хрупкий бокал, деловито за шею. Она повернула к злодею свой щучий овал. 3 минуты ее он лапсал, так что там не под ящиком. Дом на хрустели, дом на хрустели, дом на хрустели. А потом они яблоко ели. Яблоко ели. Он куснет, а после она... Почему? Потому что весна. Отстой. Год 1905. В жизни страны и в жизни Саши Черного большие перемены. Он теперь у нас где? Где? Где-где? В Питере. Папа. В Питере. Слава Богу. Где работает? Где? Где? В налоговой службе Петербургско-Варшавской железной дороги. Где у него случается что? Боюсь спросить. Что? Служебный роман, который стремительно переходит во что? Во что? В брак. Ну, мне, признаться, неудобно. Мне? Да. Мне? Признаться, было неловко, что я полюбила почти что, ну, мальчика. А ему было неловко признаться, что он полюбил женщину много старше его, занимавшую не только на службе, но и в петербургском интеллигентном кругу довольно видное положение. Мария Васильева, родственница купцов Елисеевых, начальница Саши и старше его на 5 лет. На 9. Не спорь, это будет больше. Ах ты, Господи. Признаюсь, что не было страстной любовью. То была любовь как к женщине-другу, к женщине-сестре. Да, но с тех пор и на протяжении всей жизни рядом с Сашей не будет уже никакой другой женщины, кроме Марьи Ивановны. Она историк. И филолог. И благодаря ей... Теперь Сашу Черного полюбят все. Все? Вся Россия! Я оставил работу в конторе. Целиком отдался литературному труду. И окончательно превратился... Сашу Черного! Окруженный кучей бланков, пожилой конторщик банков мрачно курит и косится на соседний страшный стол. На занятиях вечерних он вчера к девице Керних, как всегда, пошел за справкой о каких-то накладных. И склонясь к ее затылку, неожиданно и пылко, под лихие завитушки вдруг ее поцеловал. Комбинируя события, дева Керних с вялой прытью кое-как облобызала толстую баки и усы. Не нашелся бедный банков, отошел к охапкам бланков и, куря, сводил балансы до ухода
как немой. Ах, вчера не сладко было, но сегодня как могила. Мрачен Банков и косится на соседний страшный стол. Но спокойно, дева черних, на занятиях вечерних под лихие завитушки не ее ль он целовал. Подошла как по наитию и, муссируя события, села рядом и солидно зашептала не спеша. Мой оклад полсотни в месяц, ваш оклад полсотни в месяц. На сто месяц в Петербурге можно очень мило жить. Наградные и прибавки я считаю на булавки, на народный дом и пиво, на прислугу и табак. Улыбнулся мрачный Банков, отошел к охапкам бланков, быстро свел бюджет их общий и невесту ущипнул. Так Петр Банков с Кларой Керних на занятиях вечерних, экономией прельстившись, обручились в добрый час. Проползло 4 года, три у банковых урода. Родилось за это время неизвестно для чего. Недоношенный четвертый стал добычью аборта, так как муж прибавки новой к Рождеству не получил. Время шло в углу гостиной, завелось уже пенино, и в большом недоумении мирно спало под ключом. На стенах висел сам Банков, Достоевский из банка. Две искусственные пальмы скучно сохли по углам. Сотни лиш различной масти называли это счастьем. Сотни завистью открытой повторяли это вслух. Это ново? Так же ново. Ха-ха-ха! Как фамилия Попова. Ха-ха-ха! Как холера и проказа. Как чума и плач детей. Для чего мы повесть эту рассказали нынче свету? А того лишь, что на свете не страшнее, не страшнее, не страшнее ничего. Над фонтанкой сизо-серой в старом добром Петербурге в низких комнатах уютных расцветал Сатирикон. Так выпьем же за самый лучший, самый, самый сатирический. Журнал! В нем, как в зажигательном стекле, мы сосредоточили всю жалкую и кошмарную действительность, и силою ядовитой сатиры жжем сердца. Куда-то к черту убежал. Вино качает толстый мой фрегат, как шквал. В потьмах за телеграфный столб держусь рукой,
нет вовсе сладу с правою ногой. Она вокруг меня танцует, вот и вот стена. Свиньёю, ах, злодей меня, который благородней всех людей. Убью, а впрочем, милый малый бог с тобой. Я пью, но так уж предназначено судьбой. Ослаб, дрожат мои колени, не могу, как раб, лежу на мостовой и не гугу, реву. Мне нынче 40 лет, и я нищий глуп. Траву заройте на спиртованный мой труп. Владиев уже к чертям повез меня хороводиев. Я сплю со всех сторон. Адье. А я вас знаю. Да вы, что вы? Да, вы, Надежда Лохвицкая, демоническая женщина. Ну ладно, ладно, для вас я просто Тэффи. Ну что вы, что вы, что? Как можно вот так вот просто женщины на «ты», от которой без ума сам император Николай II, женщиной, чьим именем названы конфеты. Ой, спасибо. На «ты» с королевой русского юмора может быть только кто? 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 Его король. А я к вашим услугам. Аркадий Овдярченко, русский Марк Твен. Как, Аркадий Тимофеевич, драгоценное здоровье? Ничего, не тужим. До 100 лет решил скрипеть. Ну, а вы, коллега, как? По-прежнему, да? Сам по себе. Мерси. С этой Реконовской охвачен лихорадкой, ночь плохо спал. На утро, как всегда, отправил горничную. Куда? Номер свежий взять. Сатирикон. И что ж? День белый, как всегда, а Саша черный. Восторг и смех. А смех не есть ли благо. Так, кто его король, ответить сложно. Трудно. Трудно, трудно. Может быть... А Верченко поставим на престол? Нет, 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 нет. Тэффи предпочтительнее его. А Верченко король. А королева Тэффи. Но, черные милые, он королей король. Ну, властитель ну. смеха безраздельный. Ну и ну. Дай обниму тебя, прекрасный самодержец. Ты... победил! Ликуй! Ура! Ура! Минутку, пара слов. Я из журнала нынче ухожу. Что слышу я? Ты, Саша Черный, душа журнала покидаешь нас? Увы! Сатирикон скатился вниз
и потрафляет вкусом тупой, бессмысленной толпы. Что, пойдешь Прошу один? Прошу простить, но этот путь не мой. Пойдешь один без нас? Смотри, не пропади в глухом лесу словесности, родной. Один. Без нас. В своем ли ты уме? Прости. Прощай. И помни обо мне. Помни обо мне. Помни. Прости. О, Господи. Июль. 1914 год. Война. Этот котелок много раз спасал Сашу Черного от смерти. Пуля попала в него во время обеда. Поэт от страха чуть не подавился. Кригберг, да. Да. Ну ты что сидишь? Ну ты сам по себе, что ли? Я сражаюсь с немцами своим оружием. Сегодня на привале раздал пленным немцам весь свой табак и читал им стихи до тех пор, пока они не перешли на нашу сторону, убедившись в убийственной силе русского языка. Вот это было... Уйди! Эй! Ну чего тебе? Я говорю, измученные мы шли по дороге. Заглянув в лужу, я воскликнул философично. А в лужах Парижа я выглядел краше. Гринберг, сумасшедший! Я служил в госпитале, вел списки раненых, писал похоронки семьям, жил среди жестоко страдающих людей. Порой мне казалось, что я сам теряю рассудок. Ай, зачем вы воюете? Зачем люди продолжают убивать друг друга, если Бог запретил им делать это, если Он сам своей рукою начертал в наших каменных сердцах: не убий. Благодарю тебя, Создатель, что я в житейской кутерьме не депутат и не издатель, и не сижу еще в тюрьме. Благодарю тебя, могучий, что мне не вырвали язык, что я, как нищий, верю в случай и к всякой мерзости привык. Благодарю тебя, единый, что в третью думу я не взят. От всей души с блаженной миной благодарю тебя сто крат. Благодарю тебя, мой Боже, что смертный час гроза глупцов из разлагающейся кожи исторгнет дух в конце концов. И вот тогда молю беззвучно: дай мне исчезнуть в черной мгле. В раю мне будет очень скучно, а ад я видел на земле. Холод мраморных ступеней лунным фосфором пронизан, сбоку рамой освещен.
ярко дверь. Ест отец, мать пьет кианти. Две звезды зажглись над пальмой, и сверчок пилит на скрипке в глубине за очагом. Лампа, мать, отец и звезды, все сливается, кружится тихим сонным хороводом и уходит в потолок. Каждый вечер та же сцена, голова склонилась на бок, ярко-бронзовые кудри нависают на глаза. Как клад бесценный на прохладную постель. Сны сидят под темной пальмой, ждут, качая, свет погаснет, пролетят под занавеской и подушку окружат. Долго-долго слушать, как под кровлею твоею шелестит во тьме бамбук, шелестит во тьме бамбук, шелестит во тьме. Первое октября 1917 года, февральская революция, двоевластие. Господин генерал, прошу выслушать меня. Что вам угодно? Я имею честь... Целые дивизии отказываются выступать на боевые позиции. Дезертирство приобрело чудовищные размеры. Солдаты толпами покидают окопы, захватывают вагоны и целые поезда. Катастрофа. Предлагаю меры по наведению порядка. Какие именно? Надо срочно организовать библиотеки и устные чтения для солдат. Голубчик, солдаты размещены в глухих деревнях, по избам, часто без освещения, и добираться к ним по распутице, мягко говоря, крайне трудно. Трудно не значит невозможно. Сегодня будем читать в одной деревне, завтра в другой. Простите, что читать? Чехова. Через 200-300 лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь. И если ее нет пока, он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней. Он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец. Мы будем жить, проживем длинный-длинный ряд дней, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба, будем трудиться для других, а когда настанет наш час, мы умрем, и там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, и Бог сжалится над нами, и мы увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. И на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением и с улыбкой и отдохнем. Мы отдохнем. Читать Чехова о зверелой солдатне. Святая простота. Через неделю случился большевистский переворот. Революция – очень хорошая штука, почему бы и нет.
На первые 70 лет не жизнь, а сплошная мука. Откуда он это знал про нас? Даже в цифре не ошибся. Скрипят, ползут печальным длинным рядом. Измученный мятежный. Из русского бушующего ада. Огненная ненависть к большевизму. Сидим, как на пороховой бочке. Вокруг серая расхлябанность. Митинги, рев, казармы и двор. Вроде всеобщего отхожего места. В доме сумасшедших. Россия, какой она была, умерла. И вместе с ней погиб быт моих сатир. Ночь идет, часы над полкой. Миг за мигом гонит вечность. За окном бормочет ветер. Безответственный дурак. Хоть бы дьявол и с камином в этот час пустынный вылез. Чем гонять над сеной тучи, головой ныряя в мрак. Когда Саша нервничает, то все пытается снять с пиджака несуществующие пушинки. Лицо гладкое, без морщин, озорные юные глаза и молодой голос. Он совершенно седой, но странное дело, побелели волосы, а усы и брови черные. Голова моя седая, а глазам 16 лет. Денег нет. Сидим на макаронах, которые так ненавидит Саша, на рисе и кофе с хлебом. Я б ему, бродяге злому, звонко демона прочел бы, и зрачки его сверкали, как зорницы из-под век. Нет, так нет. Паркет до стены, посреди коробки тесной, словно ёж на сковородке, обалдевший человек. Переехали из Парижа на юг Прованса, местечко Лафавьер, которое находится на той же параллели, что и Одесса, где родился Саша. С трудом собрав немного денег, купили клочок земли у моря, построили маленький домик. На вершине холма, с которого открывается вид на Средиземное море, несколько деревьев. Есть на чем повеситься и под чем сидеть. Здесь, на пустынном пляже, отдыхает душа. Перед пестрой книжной полкой все качаешься и смотришь, чью бы тень из склепа вызвать. В этот поздний мутный час гейны герцы наших Спира, но они уж все сказали, и ни слова, ни полслова не ответят мне сейчас. 5 августа 1932 года на Лафавьер обрушился Мистраль. С грохотом полетела черепица с крыш. Заскрипели, кренясь, сосны. Саша услышал крик «Пожар! Горим!». Он бросился на помощь. Пылал лес, и остановить огонь нужно было срочно. Разносимый ветром, он мог уничтожить все вокруг. Кричали, засыпали огонь землей, рубили горящие ветки, бегали к морю за водой. Наконец, потушили. Измученный, Саша вернулся домой и упал. Что ж в чужой тоске гуаться, и своя дошла до горла. Лучше взять кота под мышку и по комнате шагать. Счастлив ты, ворчун бездумный, мир твой крохотный, уютен. Ночью джунгли коридор, днем пушистая кровать. Инфаркт вследствие теплового удара. В Лафавьере не было врача. Земная жизнь
Александра Михайловича Гликберга оборвалась. Еще Марья Ивановна, не постигая рассудком страшной правды, просила Сашу потерпеть, подождать, говорила, ну что, ну сейчас пройдет. Еще кто-то суетился из друзей, но душа поэта уже отлетела. Последнего крика Саша он уже не услышал. Никогда у лукоморья не кружись, толстяк, вокруг дуба. Эти сказки и баллады до добра не доведут. Вдруг очнешься, глушь и холод, цепь на шее все короче, и вокруг кольцом собаки чуть споткнешься и капут. Любимец Саши, фокстерьер Микки, лег на грудь хозяина и тоже испустил дух. С тех пор на могиле поэта всегда лежат цветы. Мы привезли их из Франции и бережно храним. На могиле крест с табличкой и эпитафией из Пушкина. Жил на свете рыцарь Жил бедный. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Дым. Дым? Дым. 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 Пожар. Пожар в музее. Короткое замыкание. Его потушил какой-то незнакомец. Его видел только я один. Тонкая шея, кургузый пиджачок. Обвислые мятые брюки. Голова седая, брови и усы черные. Это был он. Потушил и исчез, как будто растворился. Только я прошу вас, это строго между нами. Никто не должен знать. Они и так думают, что я сумасшедший. Ну что, пап? Может быть, уже хватит, а? Может быть, уже хватит мучить нас, людей, в первую очередь себя? А вы знаете, что это все туфта, вот этот наш музей? Это все не настоящее. Сачок, дневники, панамка. Эти экспонаты, они же вообще никакого отношения к нашему музею, к Саше Черному не имеют. Папа, а все потому что, знаешь, ты не можешь примириться с тем, что от твоего любимого поэта ничего не осталось. Ничего, набрали мы черт знает чего, притащили черт знает куда. И вам, люди, морочим голову. Мы вам голову морочим. Могилы. И той нету. Как нет? По французским законам захоронения, которые не оплачивают, они берут и передаются другим. Вот так вот и Сашу. Взяли из могилы, выкопали, достали и перенесли. А куда? Ты знаешь куда? Ни одна собака не знает. Хватит, папа, хватит, я прошу тебя. Это невыносимо. Моя дочь права. Две революции, мировая война, эмиграция. Да, до архивов ли было? Марья Ивановна, прожившая 90 лет, оставила несколько фотографий мужа и рукопись воспоминаний о нем. Это все. Больше ничего. Извините. Подождите. Подождите, а память? Память. Ходили люди по Парижу. Саша, черный est mort. Quel malheur, quelle injustice, pourquoi c'est tout? Девочка, лет 11, научившаяся читать по его азбуке с картинками,
спросила: скажите, а это правда, что моего Саши Черного больше нет? Нет. Нет. Человеческое... Человек не умирает до конца. Умирает только тело, подобно тому, как умирают листья на дереве. Человеческий же дух не умирает никогда. Остались книги и тихая, прелестная тень. Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость мелодий и книг. Если нет, то ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновении, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидая золотые мгновения, в каждом дне есть раздумье и пряный экстаз. Бесконечно позорно в припадке печали добровольно исчезнуть, как тень на стекле. Разве новые встречи уже отсияли? Разве только подонки живут на земле? Оставайся, так мало здесь чутких и честных. Оставайся, лишь в них оправдание земли. Адресов я не знаю, ищи неизвестных, как и ты, неподвижно лежащих в пыли. Если лучшие будут бросаться в пролеты, скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц. Полюби безоглядную радость полета, разверни свою душу для полных границ. Будь женой или мужем, сестрой или братом, акушеркой, художником, нянькой, врачом. Отдавай и, дрожа, не тянись за возвратом. Все сердца открываются этим ключом. А вопросы? Вопросы не знают ответа. Налетят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета. Убегай от тоски и с глупцами не спорь.